Ну что ж, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, Дезертир, и мы продолжаем прохождение Mass Effect'а. Надеюсь, вам понравились предыдущие части, и вы дошли до этой. В данном моменте мы просто чуть-чуть будем падать вниз, попутно пытаясь собрать вон те минералы, которые где-то снизу находятся. Надеюсь, мне удастся их собрать аккуратно и не упасть окончательно вниз, разбив что-нибудь, потому что у нас и так разбито одно колесо, и не хотелось бы разбивать еще несколько. Да, не удалось таки спуститься без каких-то бы ни было повреждений, так что все хорошо, и я рад этому. Ладненько, а пока что давайте с вами просто прокатимся. Ну, аккуратно прокатимся, конечно же. Хотя я и аккуратно прокатимся звучит очень странно, если честно. Так, ну главное, что сути мы своей довольны, находим все, что надо, и быстро делаем. Итак, месторождение золота найдено, получили аж 2500, 88 экспириенса, прям радость не знает границ. Кстати говоря, мы же на прошлый раз получили, по-моему, опыт, и можем получить, да, у нас есть умение, замечательно, первая помощь, боевая подготовка, сейчас мы что-нибудь, собственно, с вами выучим. Я думаю, что есть смысл вложиться уже в боевую, наверное-таки, подготовку, либо в штурмовые винтовки, как вариант. Это нам открывает умение снайперские винтовки. Чуть урон за снайперских винтовок, с дробовиков тоже, соответственно. Ну да, мы можем научиться пользоваться всеми видами оружия. Боевая броня, дробовики, снайперские винтовки. Почему-то он не вкладывается в снайперские винтовки. У меня обычно он вкладывался именно в них. Но, видимо, что-то пошло не так. Ладно, он будет со штурмовой винтовкой тогда. Ну, а я буду с чем попало. Так, физподготовка. Открывается здесь, да? Увеличивает здоровье, 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 здоровье. Хорошо. Тогда давайте попробуем открыть физподготовку и начать прокачивать ее. Вот, а пока что прокачаемся сами по себе и просто немножко полетаем на нашем Мако. Итак, напомню наши планы действий. Мы должны попасть на аванпост гетов, но перед этим мы попадем куда-то вот сюда, вот примерно плюс-минус, и там посмотрим что-нибудь интересное, возможно, нас что-нибудь там подождет. А может и нет, не знаю. Хотя я не думаю, что так близко к месторождению мы найдем еще одно. Навряд ли. Скорее нет, чем да. Но прокатиться не мешало бы, почему нет? Иногда бывает полезно. Впрочем, лично я там ничего особого не вижу. Давайте попробуем забраться на эту гору ради интереса. Мало ли вдруг чего. Нет, я уже вижу, что там конец, и значит там ничего не будет. Поэтому это будет просто немножко бесполезно. Ладно, пытаемся доехать тогда до наших врагов, попутно, естественно, сохраняясь. И я надеюсь, что все у нас будет хорошо. Ну, по крайней мере, хочется в это верить. Потому что иначе все будет очень-очень печально. Так, быстрое сохранение прошло успешно. Смотрим карту. Да, вот сюда вот примерно. И вот я уже вижу аванпост, так сказать, вражеский. Так. Во-во-во-во-во. Ребятки, зачем так больно? Так, ясно, понятно. Надо малость спрятаться. Так, вот так вот мы его выберем. Выберем и этого. Отлично, сейчас к нам прилетят сверху. И мы будем должны их мало покоцать. Минус штурмовик, минус еще один.
еще один. И вы тоже минус. Ребят, давайте без таких веселых сюрпризов, ладно? О, тихо. Несмотря на то, что вы гетто-штурмовики, у нас, в принципе, должны более-менее разобрать. У меня такое ощущение создается, что их здесь будет очень-очень много. Ладно, получили уровень, и на том спасибо. Да хорош уже столько спавнить. Вот. Кое-как мы их уделали все же. Теперь осталось попробовать забраться на эту гору. Ну, давай, Мака, давай. Отлично. Воу! Самую малость разбил все и вся. Серьезно? А ты шутишь? А, то есть это для тебя совсем неровная поверхность, да? Ладно. Тогда, видимо, вот это будет ровный. Отлично. Разведать. Естественно, вручную. Отлично. И мы нашли месторождение урана. Круто. Еще больше опыта. Кстати, да, мы получили только что еще один уровень. Значит, можем прокачать еще больше всего и вся. У нас теперь есть прилив адреналина, повышает, точнее, снижение точности, сбрасывает время восстановления всех навыков, но делает снижение точности, что не очень круто, но не очень, я бы сказал, плохо. Вот, нашли мы здесь некоторые интересные места. Почему-то я не помню модифицированного слорианца. А были ли мы здесь вообще, кстати говоря? Давайте-ка прокатимся, потому что я что-то не помню такого. Я что-то такого не помню, значит, мне, скорее всего, туда надо по-быстренькому сгонять. И я постараюсь максимально быстро это сделать. И надеюсь, что я действительно это сделаю быстро. Ну, а иначе будет немножко печально, конечно. Но не думаю, что критично. Нас просто офигенниш раскидывает на Мака. Это просто кайф, а не машина. Ездить на ней одним удовольствием. Но как-то больновато малость. А, стоп. Там же, по-моему, этот... капитан. Значок капитана был, да? Да, я там был. Все. Тогда вернуться на Нормандию. Возвращаемся на Нормандию и надеемся на что-то более интересное, более хорошее. Ну, как-то так. И нам, собственно, смотрите, остается совсем чуть-чуть. Это последний аванпост. Последний аванпост гетов. И он находится в Амши. Да, другую систему, пожалуйста. И давайте опять прочитаем про планетки, которые здесь находятся. Здесь находятся все три планеты. Это Альмас. Альмас — водородный гелевый газовый гигант, атмосфера которого содержит примесь натрия, что придает ей темный оттенок. Тот момент, когда разработчики немножко заколебались писать. Приголя. Ну или как-то так. Огромная планета земного типа, атмосфера которой содержит хлор и этан. Поверхность имеет высокое содержание серы, встречаются залежи алюминия. Попытки посадки на планету никогда не предпринимались. Итак, разведать.
Найдена турианская эмблема. Во время сканирования планеты Приголя вы обнаружили на ее орбите несколько сигнальных маяков. Старшему инженеру Адамсу удалось получить оптическое изображение высокого разрешения, на которых было и заметно, что маяки бездействовали долгое время. На каждом из них вы обнаружили эмблему колонии Баэтика. Окей. Ну и последняя планета, на которую мы таки приземлимся, будет Маджи. Итак, Маджи обращается вокруг двойного гиганта Вамши. Вамши А, голубая звезда спектрального класса А4... А4-3, видимо. Или А4-3, хрен его знает. Температура которой вдвое меньше температуры Солнца. Вамши Б, старый красный гигант класса М5-3, размеры которого в 220 раз превышают размеры Солнца. Тонкий атмосферный слой Маджи состоит из метана и угарного газа. Разница температур между освещенными и неосвещенными полушариями является причиной постоянного ветра, поднимающегося с поверхности тучи, кварцевой и натриевой пыли. Сомнительные личности системы Термина иногда проводят на Маджи жестокие соревнования, сбрасывая на планету рабов, заложников, враждующих членов экипажа, а когда хочется особых развлечений, опасных животных. Оказавшись на поверхности, должен убить своего соперника, если хочет, чтобы его забрали с планеты до того, как он сам умрет от смертельного излучения звезды гигантов. Ну что ж, это опасное задание. Мы там, по-моему, будем получать урон, если будем не в Мако. Хотя я не помню, будем ли мы получать урон в самом Мако, но давайте посмотрим. Я эту миссию, по-моему, так и не выполнял. Просто потому, что она долгая. И необязательно. Первый раз я вообще шел по сюжету, поэтому... Сейчас я хочу пройти игру полностью. Итак, давайте оглядимся сразу. Так, аванпост гетов, аномалия и обломки. Значит, мы с вами берем и сразу ставим вот сюда вот. И сразу в ту сторону едем. Все просто, легко и классно. Насколько я помню, если мы выйдем из Мака... А, нет, видите, мы не получаем здесь никакого урона, в принципе. Две звезды, голубая и красная. Красный гигант — это очень больно и плохо. Ну, а голубая звезда, она такая поменьше. И, в принципе, прикольная. Но, в любом случае, жить на этой планете невозможно по причине как раз вот этого красного гиганта, который... просто испепеляет все живое через некоторое время. Слишком большое облучение. Итак, давайте узнаем, что же мы нашли за металл. Это месторождение Тория. Вот так вот мы пройдем. Крупное месторождение Тория. Замечательно. Спрыгиваем сразу вниз и поехали в эту сторону. Так. Ториевыми месторождениями полны многие миры, как я здесь заметил. Но и не только ими, в принципе. В любом случае, это классно. И есть чем позаниматься. Так, давайте посмотрим, что же здесь за аномалия такая. Так. Надо аккуратненько спуститься. Обломки. Обломки чего-то непонятного. Ну, давайте. Дешифровка. Найден артефакт. Найдена турианская эмблема. На этом странном датчике вы видите полустершийся рисунок. Он изображает эмблему колонии Эдесан. Ну, почему нет? Получаем халявные очки опыта, и это всегда круто. Почему нет? Нам не жалко. Давайте сохранимся на всякий случай. На случай... какой-нибудь непонятной неприятности, которая может нас здесь подстерегать. А она может подстерегать, поэтому я думаю, что сохраниться будет определенно не лишним. Так, вот здесь что-то тоже лежит. И это странный череп.
Находка. Вы обнаружили на этом массивном черепе многочисленные следы выстрелов из ускорителя массы. В ксенобиологической базе данных вашего скафандра вам не удалось найти описание подробного существа. Похоже, его привезли сюда с какой-то неизвестной планеты. Вот такие вот пироги. И да, мы не можем теперь забраться к Мака. Черт, проблема. Ну, собственно, мы читали чуть раньше, что здесь любят ребята поразвлекаться, поэтому нет ничего удивительного, что мы нашли здесь существо, которого здесь, в принципе, быть не должно. Так, насколько мне не изменяет память, эту хрень я все равно трогать не могу. Поэтому толку от ее находки, собственно говоря, не будет, к сожалению. Надо будет просто запомнить, что на каждой посещенной мной планете есть как минимум одна такая вот фигня. Поэтому впоследствии мы будем бегать за ними, и я буду просто запись резать, показывая лишь ту планету, на которой я находил, и что, собственно, я конкретно на этой планете нашел. Я думаю, что это будет более правильно, нежели если я буду бегать в полной записи от и до, без остановки. Ладно, давайте с вами прогуляемся за еще одним ценным, за еще одним ценным материалом, надеюсь, ценным, ну, хотя других у нас и нету. Так, куда-то вот сюда. Замечательно. И это у нас месторождение бериллия. Так, отлично, обнаружили крупное месторождение бериллия. Замечательно, почему нет, только буду этому рад. Так, у нас тем временем можно прогуляться еще где-то в эту сторону, но у меня есть идея прогуляться вот в ту сторону, на самом деле, потому что там я точно не был и не знаю, буду ли, но окей. Почему бы не прогуляться в любом случае? Вообще, в идеале, надо было бы мне иметь карты, которые, в принципе, есть в прохождениях, но, знаете, как-то интереснее узнавать все самому. Стоит просто проехать, не так далеко здесь нужно ехать, чтобы все это узнать. Да, это тоже время, но, тем не менее, знаете ли, все равно приходится ездить. Ездить и что-то находить или не находить уже в зависимости от вашей удачи, ну и, собственно, от того, где разработчики изначально все это дело размещали. Естественно, удача тут немножко ни при чем, но, тем не менее, факт остается фактом. Так сказать, удача в данном случае играет роль только путеводителя. То есть, как быстро вы находите те или иные минералы или еще что-то в этом духе. Все же остальное зависит только от генерации уже конкретно, которую задали разработчики. Ладно. Мы тем временем путешествуем по жаркой планете. Я не знаю, честно говоря, почему при выходе из Мака мы не испытываем никаких проблем. Кстати, блин, посмотрите, как красиво. Это же прям кадр. Хоть на рабочий стол ставь. Офигенно выглядит. Ну и ладно, давайте мы сейчас будем нападать, скажем так, на наших врагов, и я предлагаю нападать на них с той стороны, где они ничего не ожидают. Хотя не ожидают ли они на самом деле, по-моему, они по нам уже палить начали. И не ожидали такой наглости скорее мы, нежели они. Причем самое смешное, что они по нам попали, а я по ним ни хрена не попал. Поэтому давайте я аккуратненько. Опа. Вот так. Твою мать. Так, надо. Не, надо определенно что-то с этим делать. Давайте-то я вот сюда вот спустимся. Ясно, понятно.
Раз у меня нет особых вариантов, будем делать тогда все именно так. Ау. Ау. Не стреляй в меня, гадость. Так, где еще две? Замечательно, минус еще одна. И, видимо, минус еще одна сейчас будет. Эй, женщина, тихо, слющий, да? Так, отлично. Так, а получается где-то совсем наверху эта фигня. Надо тогда будет заехать сейчас наверх. Давайте заедем наверх, возьмем ископаемое. И потом уже тогда будем с вами уничтожать всякую гадость. Стой, зачем? Тихо, тихо, стой. Черт. Где-то вот тут вон оно находится. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, я сказал. Тихо, тихо. Да стой ты, мать твою, налево за ногу. Вот, отлично. Магний мы нашли с вами, дорогие друзья. Ух ты ж, мать твою. Отлично. Крупное месторождение магния. Замечательно. Надо вообще перед каждым вот таким заходом сохраняться, потому что иначе можно просто этот магний не добыть. Не очень бы хотелось этого, поэтому я думаю, что надо не забывать это делать. И вообще сохраняться в этой игре почаще. Так, и что же нас в итоге, дорогие мои друзья, здесь ждет? Давайте сейчас увидим. Ой-ой-ой, тихо. Помехи у нас здесь, значит, здесь что-то точно печальное. Как говорится, кто бы сомневался. Так. Хрена себе! Малой, ты чё так бегаешь? Ожидал, что один из этих аванпостов будет основной базой во время этого вторжения. Подождите. Этот ресивер получает какой-то сигнал. Судя по его интенсивности, он идет из этого же скопления. Наверное, это сигнал с главной базы гетов. Мы можем использовать сигнал, чтобы вычислить, где она находится, и уничтожить ее. Наверное, это сигнал с главной базы гетов. Мы можем использовать сигнал, чтобы вычислить, где она находится, и уничтожить ее. Спасибо, капитан. Я рад. Итак, сигнал с главной базы гетов. Странный череп, обломки турианского корабля, бла-бла-бла-бла-бла. И, в принципе, там ничего нет интересного. Давайте себе прогуляемся буквально вот сюда. Вот чуть-чуть вперед просто проедем, авось там что-то интересное увидим. И-ху! Ну, это не так эпично было, как казалось изначально, но ладно. Так. Что, там ничего нету, что ли? Серьезно? То есть я просто так сюда поехал. И там ничего нет. Ну, даже как-то неинтересно. Так, стоп, я надеюсь, кстати, я не пропустил тот момент, где сигнал был. А ну-ка, на-ка. Так, это не туда. Ведь с собой. Нет, я не это имел в виду. Где у нас задание?
Трианские эмблемы. Так, миссии. Так, нашествие гетов. Вот оно. Уничтожьте бункер гетов. Найдите и уничтожьте главную базу гетов в системе Грисома в скоплении Армстронга и предотвратите вторжение. Я как-то малость не знаю, где главная база гетов, собственно, говорят-то, как бы. Вернуться на Нормандию, переход. Так, места интереса, аномалии, обломки, цельные ресурсы, сюжет члена отряда, магазин, хренозин. Все дела. Так, а тут у нас отмечено все или не отмечено? Что это? Ванпост гетов? Нет, там ничего не отмечено. Давайте вернемся на Нормандию, авось, что прокатит. Ну, а нет, вернемся обратно. Так. И где же у нас тогда получается? Грисом? Гаринг? Ну, на Грисами мы, кстати, не были, по-моему. Да, я такого не припомню. Так, Натанбан. Натанбан — водородный гелевый газовый гигант, атмосфера которого содержит примесь аммиака. Странный фиолетовый оттенок планеты объясняется наличием в атмосфере молекулярного азота. Верхний слой атмосферы Натанбан населяют стаи представителей микроскопических аммиачных форм жизни. По своим размерам и развитию они не превосходят планктон, живущий в океане Земли. Удерживаемые в воздухе высоким атмосферным давлением и ветром, эти светящиеся живые организмы непрерывно убегают от приближающегося терминатора. Прямой свет и тепло Гриссома означают для них вечную смерть. Вот так вот, интересно. Так, ладно, давайте Зерус тогда посмотрим. Зерус, азотно аргоновая атмосфера Зеруса рассеивается звездным ветром голубого гиганта Грисома. Поверхность покрыта морями кварцевой пыли глубиной несколько километров, что периодически приводит к глобальным песчаным бурям. Попытки исследовать Зерус окончились потерей большого количества автоматических зондов. Регулярные расследования показали, что во всех случаях виной была механическая неисправность или ошибка в расчетах. Несмотря на это, в экстранете распространено мнение, что виной всему образцы нанотехнологий, созданных тысячелетиями назад, расы более развиты, чем протеане. Согласно этой теории, кварцевая пыль на Зерусе — это роботы-разборщики, которые периодически активируются для самозащиты. Несмотря на то, что ее отрицают все признанные ученые, теория приобрела популярность благодаря сенсационным публикациям, автором которых является Азари по имени Дельса Артиза. Разрезать. Обнаружен легкий металл. В процессе сканирования этой планеты вы обнаружили на ее малом спутнике крупное месторождение бериллия. Ну и последнее — это Бенда. Итак, плотный атмосферный слой Бенды содержит сернистый газ и хлор. Формально планета относится к земному типу, но ее поверхность так и не остыла до температуры, необходимой для образования коры, предоставляя собой глобальный океан расплавленной горной породы. Как и в случае с Зеруксом. Атмосфера Бенды постепенно рассеивается звездным ветром. Когда от нее ничего не останется, температура поверхности достигнет уровня всего 400 градусов. Найден медальон. В результате сканирования планеты Бенды вы обнаружили древний соларианский корабль. На поиски ценных предметов была отправлена небольшая команда. Единственным объектом, представляющим интерес, оказался медальон Лиги Единения. Вот, собственно, вот такие вот дела, дорогие друзья. И на Грисами больше, собственно, ничего нету. Только тогда я не понимаю, куда нам вообще, собственно говоря, надо. Потому что это туманность Армстронга. Именно здесь нам с вами, по идее, нужно как раз-таки... Наверие, заинтересно. Так, отправляйтесь на Наверию. Найдите ли Артесония. Так, задание. Нашествие гетов. Уничтожьте бункер. Уничтожьте базы гетов. Уничтожьте все 4 базы гетов, обнаружены скопления Армстронга. Они находятся в системе Гагарина, Трешкова, Гонга и т.д.
Так, найдите и уничтожьте главную базу гетов в системе Грисома в скоплении туманности Армстронга и предотвратите... Ага. Вторжение. То есть все-таки... Все-таки в Грисоме, да? Все-таки в Грисоме, а вопрос только получается, где? Тут есть еще маленькая планетка. Внимание, опасность высокой температуры первого уровня. Солкрум, крупнейший спутник газового гиганта Нотанбан. Его атмосфера крайне разряжена и состоит из криптона и ксенона. Кора Солкрума состоит из различных металлов, встречаются залежи натрия, как и у любого тела в этой звездной системе. Температура его поверхности чрезвычайно высока, сама поверхность подвержена мощному воздействию излучения, испускаемого голубым гигантом Грисомом. Выход на поверхность без специально защитного снаряжения означает верную смерть. При приближении к Нотабану пассивным сенсорным системам Нормандии был перехвачен обрывочный кодированный сигнал с поверхности Солкрума. Попытки расшифровать послание не увенчались успехом. Ни одна из рас пространства цитадели не применяет похожего кода. Вот такие вот дела. Ну что ж, приземляемся. Давайте, температурка здесь в поверхности всего-то 351 градус. Так что... нам будет весело. Итак, поехали. Отлично. Мы приземлились на поверхность, у нас есть уровень опасности, у нас есть сюжетное задание и у нас есть аномалия с обломками. Я думаю, что мы прогуляемся вот в этот угол, а потом по вот этому углу пойдем. Но начнем мы с вот этой стороны, соответственно, то есть где-то вот как раз вот сюда мы сейчас с вами и поедем. Только сейчас уйдем в правую сторону, а не в левую, чтобы попасть на...